печатью, все как полагается, сертификат выдан. Поэтому... Да, договора купли-продажи. Так, сейчас давайте сверим ВИН-номер. Где тут? Он первый ВИН-номер открывает капот. Он идет под ДАМКАД. Вот здесь под ДАМКАД, можно его посмотреть. Здесь обработка еще на линии. Вон, видите, там можно видеть. Здесь у нас получается 90-16. И второй вот здесь табличку выведет. Ну то есть ты видел, да, 90-16. Она дублирующая табличка идет с кузова. Сюда выводится, это завод уже выводит. Так, все, держите. Так, я поздравлю вас с покупкой сейчас. Дорогие друзья, всех приветствую вас на своем канале Нового до Тольятти. Сегодня у нас очередная выдача нашим дорогим клиентам из Ульяновской области. Приехали за новым автомобилем Нива Трево, ой, Нива Легенда. Нива Легенда, это в новом цвете, Dark Grey, комплектация люкс кондиционеров. Сегодня хотим мы поздравить Марину и Владимира с прекрасной покупкой. Заранее мы списывались. Сделали предоплату за этот автомобиль, забронировал, озвучил стоимость, заказали дополнительное оборудование, все установили. Вот, а только фаркоп в день установили, когда приехали. Сказали мне, Денис, пойди фаркоп, а я забыл, бывает такое. Ну как есть, говорю правду. Ну вот. Поэтому, дорогие друзья, все сделали, в общем, ну час времени потратили на фаркоп, пока оформлялись. Значит, стоимость автомобиля составила 890 тысяч. Фаркоп мы установили так 7, музыка 8, пионер и две колонки вперед. Полную обработку сделали 6500, коврики 3,5. Поздравляем вас с покупкой. Все. Спасибо. Понравилось? Спасибо большое. Спасибо. Все понравилось. Вот. Сам, как говорил, так и есть. Да. Ну вот, самое главное, что как все озвучивал, так и есть. Поэтому, дорогие друзья, в новом цвете уезжает сегодня автомобиль в Ульяновскую область. Давайте я быстро по комплектации расскажу автомобиля. У нас литые диски 16 дюйма, это Кик Ниагара, шина стандартная Pirelli Scorpion, 185-75R16 размерность. Далее, по салону. Передние подогревы сидений, два передних стеклоподъемника, электропривод и обогрев наружных зеркал, кондиционер, гидроусилитель. Ну, в принципе, вот такой вот автомобиль сегодня у нас едет в Ульяновскую область. Поэтому еще раз искренне поздравляю наших дорогих клиентов. Контакты будут все в описании, Viber, WhatsApp, группа ВК. Если хотите ездить на новой Ладе по отличной цене, то это к нам, к новой Ладе Тольятти. Меня зовут Денис, до новых встреч, всем удачи, пока!